Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте на странице 64 выполним задание под номером 3. Напиши, какие почести воздаются государственным символам России. При исполнении гимна все встают. Мужчины снимают головные уборы. Военные отдают честь. Таким образом воздается почесть государственному гимну. 22 августа отмечается День государственного флага России. И когда несут флаг, то все солдаты равняются на флаг. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.